Добрый день, дорогие друзья, добрый день, слушатели, добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я, Владимир Деминский, сегодня я вам расскажу про такую интересную речь, про наблюдение, которое поможет вам лучше понимать жизнь, лучше ее прочувствовать и выделить главный акцент, оставаться всегда в фокусе жизни, получать от жизни больше удовольствия. О чем пойдет речь? Главная интрига, она пойдет о приятном, конечно, как и всегда. Что может обогатить нашу жизнь дополнительно, что обогащает нашу жизнь, но мы этого не замечаем. Обогащает нашу жизнь простые вещи, и может их замечать именно тот человек, который, назовем так, более наблюдательный, который больше прожил, который более тонко чувствует наш мир. Речь пойдет о том, что мы живем в мире, в котором еще много людей. С одними мы крепко дружим, с другими мы почему-то не сходимся. С третьими мы сталкиваемся, но они не доставляют нам удовольствия при общении. Но хорошие друзья, которые с вами проживут всю жизнь, это достаточно редкое явление, и эти люди невероятно ценны. Из моего опыта, из моей уже истории, я могу сказать, что основные мои друзья все собрались, мы с ними подружились, когда я учился в высшем учебном заведении в институте. И таким образом все мои друзья, практически основные друзья, они сверстники. Но тем не менее у меня достаточно много друзей, с кем я поддерживаю теплые отношения. И одна из моих друзей, женщина, сказала, что «Владимир, спасибо большое, то, что вы есть, и так приятно с вами общаться. И мы долго общаемся, уже буквально многие десятилетия». И получается, что я эту мысль тонкую, я ее сам не осознал, но мне ее подарила жизнь, мне ее подарили друзья. И я, глядя на свою историю, уже понимаю, что да, действительно, качество человеческого общения именно можно подчеркнуть только тогда, когда вы общаетесь с людьми, которые едины с вами во взглядах, которые разделяют вашу точку зрения, имеют сопоставимые интересы, образ жизни, благополучие, уровень достатка. И таким образом вы достаточно одинаково, практически синхронно смотрите на жизнь. У вас одинаковые ценности, у вас одинаковые практически ситуации, в которые вы попадаете, решаете, круг вопросов, которые вам надо решить. И вам с этими людьми очень комфортно. Вот. Так сегодняшний выпуск и блог о том, что эти встречи, этих людей, этих друзей надо ценить. Не исключено, что по жизни вы сможете собрать гораздо больше друзей. Я в многих местах работал, у меня достаточно часто создаются хорошие отношения с коллегами, и у меня много друзей, которые уже по ходу моей истории возникали уже позже, конечно, чем я обучался. Но, тем не менее, это очень хорошие люди, мы поддерживаем связь, к сожалению, дистанционно, они живут в разных местах. Вот. Но, тем не менее, людям приятно и общаться, и даже, может быть, некоторые звонки по телефону, а лучше всего встречи, редкие, но встречи. Они сегодня весьма ценны, и я желаю вам сегодня, может быть, продумать, с кем вы встретитесь в ближайшее время, поблагодарить друзей за их искреннюю дружбу, долголетнюю дружбу, и наслаждаться общением, чисто человеческим общением. Это тоже да, его надо понять, его надо принять, им надо пользоваться. Это доставляет невероятное наслаждение в жизни. Спасибо, друзья, что вы есть, что вы окружаете меня, что вы по-прежнему со мной достаточно лояльны, дружны, вы оказываете хорошую поддержку во всех случаях, и психологическую, и в некоторых случаях материальную, и в некоторых случаях даже просто физическую. Спасибо вам от всего сердца, спасибо друзьям, желаю, чтобы у всех было очень много друзей, хороших друзей. И благодарю вас за то, что вы досмотрели до конца. Я Владимир Деминский, делюсь с вами своими взглядами, своими секретами на жизнь. Хочу, чтобы ваша жизнь и наш мир стал лучше. С любовью к миру, Владимир Деминский. До следующей встречи на видео.